Всем привет! Ла-л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 а
делать? ЛС плюй. Говорим, что я иду. МИД нам нужен был для этого дела. МИД. Посрать, дадут, не дадут. Это у нас будет летсплей на такого абсолютно универсального героя, но перед тем, как я начну рассказывать речь свою, давайте мы подождем. Подождем, когда загрузит нищеброд. Нищеброд не может загрузить игру. Ну что, ждем. А я пока посмотрю в окно. Дело ближется к осени, так сказать, даже больше уже к зиме. Ну давай, а, упырь обоссанный, грузи, давай, говно. Ну покажите мне этого нуля. Ну, сразу так и думал, что ноль какой-то. О, все. Let's go. У нас будет Let's Play на Silencer. Silencer, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Silencer, великолепный герой. Один из самых универсальных героев в этой игре, потому что он контрит практически всех. То есть он очень сильно мешает жизни. Ох, заколебал Зевс. Вот Зевс такой герой, против которого стоять в миду тяжеловато, да, потому что мы будем прокачиваться через первый скилл, чтобы потом просто в говно всех выносить. Но Зевс такой герой, у него первый скилл есть, да, такие слабенькие молнии. И он будет спокойно наш первый скилл сбивать, спокойно. Поэтому мы, не знаю, я буду стараться, но мы вряд ли ему затрудним фарм. Поэтому, скорее всего, даже я буду делать акцент, да-да-да, мы сделаем поумнее, молодец. Поумнее. Мы сделаем миллион раз умнее, делаем вот так. Как мы сделаем? Смотрите, я бы пошел на мид и сделал таким образом. Мы в любом случае прокачаем в начале второй скилл, потому что он великолепно помогает нам фармить. И мы будем делать акцент на третий и второй скилл, только из-за Зевса. Так бы я делал бы первый скилл акцент. Но еще раз говорю, да, на миду... А, мы посмотрим, кто будет стоять на миду. Вот и все, в чем проблема. Так, дайте два танга, дайте два танго, плиз. Иногда дают, иногда не дают. Посмотрим, может дадут. Не дадут, сами купим. Но видите, если мы не будем покупать, это будет гораздо эффективнее. Да, у нас будет больше денег. У нас будет гораздо больше денег. Нет, танго нам не дадут. Ясно, ладно. Вот если бы дали танго, мне надо было накопить бы, сколько там, 70 монет, да, 70-80. Теперь мне нужно копить 200. Ну, что поделать? Мы не будем за это гнобить Тиму. Это ихнее дело, конечно же, добровольное. Посмотрим, не качаем сейчас ни одного скилла, ни одного. Будем ждать врага на миду. Так, вот умника сразу вырубаем, слишком он умный, чтобы мы не мешали ему. О, кто пойдет на мид у нас? Так, ну что, я качаю скиллы? О, давай, давай, давай. Хорош, хорош, красавчик. Начало хорошее. Пришлось мне качнуть скиллы, я не хотел их качать, но ладно, что поделать. Кто бы стоять? В любом случае, кто бы не стоял, или Дестер будет стоять, или этот, или Войд, ой, не Войд, а Зевс, да, в любом случае нам будет не очень. Мы мало говна сделаем им, я вам скажу так честно. Вообще, вот видите, да, из этого тупого замеса мне пришлось качнуть первый скилл, я хотел, чтобы сдалека помочь убить. Это очень плохо, короче, очень плохо. В итоге, видите, я не могу фармить. Не могу фармить. О, пускай Вивер стоит. Вот с Вивером мы очень хорошо постоим. Хотя он тоже будет легко сбивать наш первый скилл, но все равно хорошо постоим. Давай, детка, давай, детка, давай. Опа, кто здесь у нас? Ой, давай, детка, ну давай, давай, постоим, давай. Ну хорошо, чему, хорошо. Опа, опа, и отходим. Ударили, отошли. Сейчас у нас появится первый скилл, мы повеселимся только так. И все, и таким образом, короче, по КД гнобим. Смотрите, какая наглая мразь. Опа! Опа, пилос! Ну что, подохнешь? Нет, ну подохнешь же, подохни! Вкусняшка моя. Язычком люблю поработать. Ой, ну я другое имел в виду, ну вы поняли. Все, короче, берем. Так, покупаем, давай, Кура, не тупи.
Все, идет к нам курочка. Когда пойдем за руны, тогда я поставлю вард. Сейчас я не хочу туда идти. Опа. Опа. Ну-ка, фрифарм, фрифарм, фрифарм. На, братюня. Ох, какой злюка. Ой, злой. Ой, злой-то пес. Половины хп нету. А босса ж. Все, само собой, мы будем делать акцент на первый. Ну, первый, второй скилл. Третий мы качнем на разок, чтобы, короче, на говно. Качнем на разок, чтобы потом, да, у кого-нибудь блочить атаку. В любом случае, у него куда-нибудь мана кончится. В любом случае. Поэтому, не торопясь. Так, ладно. Давайте потихонечку хилиться. Нам уже танго, в принципе, не нужно, поэтому можно его поедать. Опа. И стараемся фармить с помощью второго скилла. То есть нам будет гораздо легче добивать крипов. На говно, давай, давай. Само собой, он сейчас будет по КД делать свой инвиз обоссанный. Но у него нету маны, у него манки нету. Эй, параша. Ладно, давайте, я пошутил. Опа. Все, 600, да, теперь нам нужно собирать, короче, тапок. Ой. Ничего страшного. Так, о, у нас есть хорошенькая рунка. Пойдемте сбегаем за руной. А, это чмо хочешь забрать руну, как я понял, да? Это чмо хочешь забрать руну. Ладно, все, собираем тапок. Мы собираем ПТ на интеллект. Давай, детка. Вау! Эй, ты, чмо обоссанная? Уху! Ты где обоссаешь? Опа! Эй, говнище! Опа! Эй, пес! Опа! Ну ты что ж такой, а? Хулиганчик-то, а? Ты че такой пес? Та! Ладно, идем дальше. Ну, хоста, вы сами знаете. Хоста это хоста, что еще сказать? Хоста это хоста. Безусловно, дает огромное преимущество хоста в начале. Например, вот в прошлой игре против меня стоял пуш, я вообще басал его на миду, то есть он не мог подойти вообще пофармить, да? Но в итоге этому упырю повезло, он подобрал хосту и убил. Ну естественно, потому что, ну, здесь уже никак нельзя было уйти. Короче, продолжаем фармить. Ну, вы сами видите, что потенциал фарма на вивера на миду равняется нулю, он вообще не пофармил. Давай. Опа. Раз. Так, ладно, два раза ударим, давай. Опа, о, молодец. Так, говорил, что ушел обоссыш. Раз, два, и еще разок. Опа. Все рассчитано, вы сами видите, все абсолютно рассчитано. Так, опять качаем. Ну, теперь качаем ульту уже. Теперь качаем ульту. А где у них настоящий? Нет, не настоящий. А-а-а. Чмо, спалилось, спалилось. Опа. Так, ну по идее я на него должен был попасть. Я уверен, что я на него попал. Он, наверное, так разозлился. Смотрите, он такой злой. А может не попал? Ну хп вроде у него меньше стало. Не знаю, ладно, неважно. Так, он, скорее всего, сейчас пойдет за руной. Это кусок говна. Говорим, что ушел обоссыш. Пускай ходит за рунами, мы будем получать левел. Пока мы не будем тратить второй скилл, видите, у меня маны мало. Поэтому пока я все-таки поэкономлю, чтобы мне хватило на первый скиллок. Да, нужно будет еще качнуть. Давайте тогда сейчас качнем третий скилл, он в любом случае нам нужен будет, в любом раскладе. Есть руна, пойдемте сбегаем к руне. И да, давайте тогда сделаем вот так вот, чтобы потом сделать ганг. Окей, все, отлично. Начало, в принципе, у нас довольно хорошее. Курица еще будет идти неделю. Качнем третий скилл обязательно, еще раз говорю, потому что он нужен нам, чтобы блочить атаку врага. Также он сбивает всякие телепортации, например, сбивает пуф мипо, сбивает кастование. Когда мы кинули третий скилл, и он взорвался, когда такой взрыв, бух. Это все, это попка. Фига, они такие беспалевные. Где там виверок-то, а? Опа, говорим, что ушел вивер, Джастин Вивер. Опс. Опа. Сайлансер, он, в принципе, ну, конечно же, не сложный герой, да. Но еще раз говорю, он очень полезен. Например, вот это лучший антигерой. Лучший антигерой против панды пивной. Ох. Пивная панда, то играла, не знаю, если... Если она опытная, да, ее убить нереально сложно из-за ее ульты. И здесь Сайлансер вообще так портит жизнь.
так портит жизнь. На говно, ты не против? Давай, инвиз, молодец. Молодец, пес, молодец. Само собой, у нас будет супер крутой сайлансер, поэтому покупать будем ему Маднес. Уже можно пойти за гангой, да? Давайте за гангаем. Блин, сейчас маловато маны, конечно. Что там у нас? Ну давайте ганганем, попробуем. Давай, братиша. Пойдем. Так, нам хватит на первый и третий скилл. Ну пошли. Давай. Ну и чё? И чё, говно? Дно. Просто дно. Обоссанное. Ну, все, мы свое дело сделали. Я пришел гангать, я загангал, все. Дальше мне неинтересно, они просто стояли. Поэтому мы уходим и опять идем фармить. Вот так вот мы играем. Если тима нулевая, да, они не используют, да, потенциал ганга, хотя он мог волну сделать, он все мог сделать. Но он ДЦП, вы видите, да, рак мозга и все дела. Это не наша проблема. Мы потом скажем, а я приходил ганга, чувак, я приходил, все, я свою обязанность выполнил. Все, давай, до свидания, там все дела, пиши письма. Все, собираем Маднес, великолепный итем, который подходит нашему герою. В первую очередь мы собираем Маднес для второго нашего скилла. Само собой, у них обоих уникальный модификатор, поэтому второй скилл он не будет нам приносить лайфстил. Но, если прям так сильно нужно будет, мы сможем просто вырубить второй скилл, и у нас будет идти лайфстил. Так, давай, давай, давай. Давай, детка. Давай, братюня. А, у него же ускорение. Чертово говно. Шестой, у него седьмой левел. Ты какой наглый пес-то, а? Лох! Ой, лох по жизни. Эй, пес. Псина. Ну, это практически нереально будет его поймать здесь. Я уверен, 100%. Он уже убежал куда-нибудь. Да, да, забейте. Это говно с ускорением 10 миллион кругов сейчас будут наяривать. Не-не, даже можно было не идти. Обоссанное говно. Вот был бы у меня Маднес, да, можно было. А, это забей, ни о чем. Ладно, идем продолжаем дальше фармить, басрать на этого инвалида. Все равно он бесполезный герой, абсолютно бесполезный. Нам сейчас самое главное собрать Маднес. Так, 9-я минута, наша вверху руна будет. На 8-й минуте была руна, скорее всего, я никто не взял. Все. Потихонечку продолжаем фармить. Наверху, конечно, там вообще в наглую. Хорошо себя чувствуют ублюдки, надо сходить погангать. Но мы уже ходили, так что мы свои задачи выполнили. В принципе, можно дальше делать дела свои. Можно фармить. Опа. Опс. Только у нас 2-0. В принципе, неплохо. Откуда мне 2-0? Что-то я не помню. Я вообще не помню, кого я убивал. Да. Ладно. Так, вверху руна. А, взяли руну, взяли, да? Ублюдки. Пойдем, пойдем, пойдем. Эй, говно. Да, да. О, какой ты крутой, кинул на меня. О, хорош, хорош. Ну, смотрите, инвалид. Чмо, просто донное чмо. Сало! Сало! Прикиньте, он ни разу еще волну не сделал, ни разу. А, у него сейчас маны нет, ладно. Но он, в итоге он ни разу волну и не сделал. То есть я правильно все говорю. Кривая шмара. Взять морфа и ни разу за игру не сделать волну, это забедет. Все, мы погангали, я свое дело сделал, идем дальше вниз. Все честно, абсолютно. Так, давайте, давай. Молодец, красава. Все, мы помогли нашему союзнику. Вы это видели сами. Помог как мог. Не знаю, что они делали. Этот даун бьет одного, второй даун бьет другого. Не знаю, для чего это. В чем смысл, не знаю. Вообще, обычно я думал, что нужно бить всегда одного. А, вон она, шмара, да? Опа, как тебе, нормально? Опа, 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 у тебя есть этот, да? Ульта, ульты нету, брат, у меня нету ульты.
Так немного подлагивает компьютер. Я догадался, что у него ульты нету, когда он дрался с этим инвалидом, да, скорее всего, он ульту заюзал. А, нужно собрать, короче, маднес, надо быстренько собрать маднесик. Напоминаю, что маднес подешевел. Кстати, прошлую игру играл, там взяли чена, собрали аганем. Ну, я уже много раз собирал аганем, но оказывается, после последнего обновления, ну, для тех, кто не знает, теперь, короче, чен с аганемом может приручать древних крипов, вы прикиньте. То есть всяких отсюда вот драконов, големов, ящериц, хоть кого. Офигенно. После этого я сразу подумал такой, нужно посмотреть, как играют на турнирах профессиональные команды. Ну, не профессиональные, они нулевые, да, это все знают. Но так называются профессиональные команды, пускай так будет. Глянуть, как они играют, вот это вот вообще потенциал такой огромный у Чена стал. Это вообще забейте, конечно, там такой пуш-потенциал. Пуш-потенциал огромный. Давай, братюня, дали какой-то маг? Во, 40, опа! 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 Опа-па! Обоссали бомжа. Что опять скажешь, ЦЗ не было. Ну ладно, как скажешь, окей. Да-да-да, ЦЦ не было. Окей-окей-окей, да-да-да. Про ганги сейчас напишет. Да я уже гангал, я гангал, я свое дело сделал. Два раза гангал топ. Свободен дно. Это уже ихняя проблема, то что они ничего не делали в этот момент. Вообще посрать. Все, у нас теперь появился маднес. Пойдемте заберем. Или заберем потом, потим уже подраться. Не, мы, конечно же, да, давайте добавляем в игнор, это говно, потому что, вы видите, ну, больные люди, просто больные, раком мозга больны. Люди больные раком мозга. То есть они считают, что я приходил гангой, да, они отходили и стояли позади меня, при этом это моя вина, то, что мы никого не убили. Ну ладно, что ж, хорошо. О, так здесь у нас весело, о, какое веселье у нас. Ну давайте попробуем что-нибудь сделать. Давай. Опа, опа, опа. Ну, пес. Эй, где еще одна шмара? А? Скотина. Ну вот. Вот играет Сало. 4-0. Давайте посмотрим на игру Войда. Сколько там у Войда у нас? 0-5? Так, все, реализовали. Опа. Пока, пес. Ну что ж ты такой? Ну хорошо, говно. Давай, ну, резче, давай. Отойди, чмо. Ну, инвалид, просто инвалид. Забить. Это абсолютно стандартная игра, стандартная абсолютно тима. Ну, вы сами видели, да? Просто все сами видели. Бежит с Маднесом Сайлансер, у которого огромная скорость, и его стопят свои же. Ой, господи, ладно, ничему не будем удивляться. Стандартная игра, стандартная тима, стандартная стата 4-0. Вообще стандартно, так. Ну, смотрим, что у нас здесь есть. 47 секунд ульта у нас. У нас здесь есть Зевс. Зевса, конечно, будет сложновато убить, но можно попробовать. Давай, говно, раз, два, три, давай, чмо. Ага, уходи! Ладно, все, успел. 5-0, ну и чё? Ну да, 5-0. Сайлансер играет. Сайлансер играет в доту. Пришел играть в доту, Сайлансер играет в доту. А вот это вот обоссанное говно 0-2, там, ну, забить. Ладно, теперь, конечно, покупаем аганем. У нас очень мало хп, теперь у нас будет 1000 хп. Так. Ну, давайте, что, будет драка? Давай, драку. Мы пойдем, конечно, поможем Тиме, как обычно, отгоним. Ну,
давайте, давайте. Все, я потратил даже ульту свою. Как я далеко иду-то, Матерь Божья. Эй, говно. Давай, ну. Чмо. О, давай, жарься. Ну, зато ничем не промахнулся. Ничем. Всем попал. Вот, это называется норма. Так, дальше они сами скорее разбираются. И так мы сделали очень много уже для игры. То есть весь потенциал мидера мы полностью реализовали. Приходили, гангали все лайны. Потом убили уже пятерых. Все, мы свое дело сделали. Поэтому пойдемте спокойненько сюда. Сейчас купим ТП и пойдем еще драться. У нас уже все готово для драки. Самое главное, купили Маднес. Давайте наярим. Нам сейчас нужно зарабатывать, видите, красть интеллект. Будем красть интеллект, все будет нормально. У нас очень хороший, в принципе, пик. Да у нас идеальный пик, о чем я говорю. У нас идеальный пинг. Ой, пинг-пик. У нас очень сильный кэрри. Ну, Войд Пол, кэрри, Морт там вообще нулевый. Самое главное, у Руса, конечно, на него надежда. Я думаю, у Руса, в принципе, ничего так. Ага, кто там у нас? Во. А, ну давай. Давай, говно. Ну давай, параша. Чё, сдохнет? Ну, нет, не сдохнет. Шмара. А, живи. Живи. Нет, не выжил, ладно. Ах! Ну, мы знали, да, что куда я иду, я шел под вышку, посрать. Зевсу эти деньги, они никак не поможут. Даже если он купит Аганим рефреш, он все равно будет бесполезен всю игру, поверьте мне. Но, зато убили Дестра. Дестра, Дестра. И в итоге у нас 6-1. Нормально, лучшая стата пойдет. У мудака с инвизом 5-5, который стоял с нами на миду. Ну, потому что он на миду вообще ни одного крипа, наверное, не убил. Чмошника. Ладно, опять же, мы с помощью нашей ульты можем убивать любого инвизера. Ну, кроме аватара, само собой. Попробуем сейчас это сделать. Давай, 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 детка, давай. Нет, пока не получилось. Ну-ка, подождите. Че, убежит? И не хочешь возвращаться, да? Видите, я пока не стал использовать ульту, потому что было слишком далеко, очень далеко. То есть я бы много времени под это потратил на то, чтобы подойти к нему. Это неправильно. Это неправильно. Ну давай, Вивер, выйдешь, нет, драться. А. Смотрите. Так, где-то он здесь бегает, чмошник. А, вот он внизу, да? Ну пойдем, пойдем, пойдем. Что у нас? Где у нас здесь все люди-то? Я вообще ничего не вижу, где кто ходит. Они все внизу. А, то есть нам уже не сносят, да? Ну ладно. Давай, детка, пойдем. Опа, опа, опа. Нарезаем, нарезаем, поехала, детка, давай. Давай, меня в инвиз, молодец. Давай, давай. Ой, не в инвиз, а в астрал. Инвалид. Давай, давай, правильно, беги, беги. Вот ты быстрый чувак-то, а. Ты такой быстрый. Хорош, хорош, хорош. Хорош. Хорош, молодец. Неплохо играет человек, неплохо. Не, ну, неплохо, вы сами видите, да? Такой скиллок есть. Подошел, сдох. Я знал, что у него есть купол. Естественно, я знал. Подошел, сдох с куполом. Забейте. Так, вот еще у нас два трупа. Ладно, пускай. В любом случае, копим потихонечку на Аганим. Да, Аганим. Он накладывает первый скилл. И время действия повышает. Отличная вещь. И получается, мы можем кинуть первый скилл, потом использовать ульту, и он еще раз кидает первый скилл. Вот такая вот фигня у нас. Сначала собираем Аганим, а потом будем что-нибудь придумать уже на чистый на интеллект. Не забывайте, что у нас идет второй скилл, множитель идет. Видите, интеллект в урон. А, нет, даже не множитель. Он просто прибавляет интеллект в урон. То есть получается, у нас сейчас сколько? 70-86, да, 86 интеллекта, и он в урон добавит примерно 60. То есть я буду бить с руки 60 плюс чистый урон. Ну, морф бесполезный абсолютно.
Давай, параша. Давай, говно. Посмотрите на этого инвалида. Нулевая. Рак. Обоссанный. Просто нулевый. Вы видели, да? Все, что он сделал, ждал до последней секунды, чтобы у меня состилить. Просто забить, я не знаю. Ну, конченое чмо. Просто я могу сказать, конченое чмо. Это не игрок, это ДЦПшный инвалид, не более. То есть всю игру от него ноль толку, и в итоге он еще и стилит у меня. Он мог сделать сразу же волну и просто бить с руки прям вплотную, да? Ну, нет, зачем? Зачем? Он лучше сделает волну, когда у него 2 хп останется и заберет его. Поэтому мы просто делаем выводы и больше с морфом никого не убиваем. Никого? Нет, зачем? Так, отлично. Ну и ультанем тогда давайте уже. Тоже, видите, хорошая связка. Нет, не хорошая связка. Они ничего не сделали за это время. Давай, говно. Как у меня лагает, да, матерь божья. Так, Вивера убили. Очень сильно лагает. А мы потихонечку идем домой. Нет, лагает, в первую очередь, из-за компьютера. Скорее всего, там какие-то процессы идут тупые. Сейчас, секунду, я сверну. Ладно, не будем трогать. Так, ну что у нас, 7-1. В принципе, нормально, нормально. Но нам еще многое нужно сделать, много итемов собрать. Чтобы уже прям 100% доминировать. У нас еще очень много дел. Видите, эта мразь постоянно будет нас кидать в астрал. То есть сложно будет его гангать. Очень сложно. Ульты у нас, видите, очень долгая КД ульты. Опа, опа. Опа. И опа. Ладно, все, идем. Так, ботинок у нас в интеллект, все правильно. Все отлично. Идем искать жертву. Банка. Так, скоро будет руна. Что у нас здесь? А фура. Ой, фура, кстати, вкусненький. Ой, какой вкусненький фура. Мы можем его, в принципе, спокойно убить. Но я даже до него не дойду, в этом проблема. Он просто сгасится. Он усрется. Он просто усрется сейчас. Фура, это же такой герой, да. Он обоссанная крыса. О, видали? Мастер. Мастер инвиза. Смотрите. О, господи Иисусе. Так. Убили Урсу. Это хорошо. То, что убили Урсу, это очень хорошо. И гасимся отсюда. Так, 950. Осталось у нас 2 итема до Аганима. Аганимом здесь вообще зарешает. Увеличивается длительность, еще плюс Аганимом. Сколько там секунд-то будет в итоге? А, вот. 7 секунд будет ульта. Ну, неплохо. На 1 секунду увеличивает. Ну, нормально, чё ж. О, мы фармим. Спасибо, братюня. Так, 7 секунд ульта. Вообще будет отлично. Прикинь, 7 секунд массовое сало. Я говорю, любых героев можем контрить. Но само собой, мы не можем играть 1-5, понимаете? Если у вас 4-0 в тиме, вы проиграете 100%. Но вы очень сильно помогаете убивать врагов, очень сильно. Особенно, если вы видите, что ваши союзники не могут убивать какого-то врага, типа пивная панда, типа тупой вивер, который постоянно в инвиз убегает. То просто храните ульту и в этот момент кидайте ее. Само собой, смотрите, ДЦП. ДЦП. Просто ДЦП, забейте. У него все есть. Мы стоим трое на одного, у него есть ульта. Он не поставит ульту никогда. Никогда не поставит. Ну-ка, давай, Вивер, выйди, выйди, детка. А, нет, ушел, чмошник. Ну, куда ж ты ходишь? Ты кругами ходишь, даун. Давай, ну-ка, детка. Далековато, далековато, далековато. Ладно, все, уходим. Так, все, настало затишье перед бурей. Опа, опа, опа. Опа, опа. Видите, такие куски. 78 урона плюс чистого. То есть в итоге у нас сейчас атака 180. Нормально. Очень хорошо. Ну, давайте, что, потратим ульту. Мы с ней уже ходим, не знаю, уже 20 минут. Все равно, я говорю, деть бесполезно. Здесь хранить ульту в этой игре смысла ноль. Потому что 4 инвалида, они ни разу за игру не использовали потенциал моей ульты. Ни разу вообще, даже близко не использовали. Я ультую, они все стабильно отходят назад, к вышке. Вся игра. Забейте.
Конечно, такое говно в жизни не попадет. Ни на один интернешнл, ни на один турнир. В жизни просто, даже близко. Они даже ни одну команду в жизни не выиграют. Более-менее поопытнее. Никогда. Весь винрейт вот этого говна нулевого равняется чисто на удачу. Что враг допустит ошибку в пике и так далее. Все, не более. Так, там у нас Фурион. Давай его крипы. Вот у нас трое фармят в лесу. Одну точку фармят. Ну, в любом случае, эти кэрри, они должны в любом случае зарешать, я уверен. Так, внизу у нас это Дестрауер, конченое чмо. Тяжело будет, конечно, его убить, очень тяжело. По-любому там не один. На говно. Как тебе, нормалек, да? Немножко маны потратишь, у тебя ее очень много, я думаю, ты даже не заметишь. Опа. Так, опасная ситуация, я прям чувствую, что сейчас могут на меня напасть восьмером. Поэтому аккуратно. В любом случае, нас скоро будет Аганим, это отличная весть. Он его не убьет, потому что он нулевой, пока. Поэтому давайте сейчас быстренько сбегаем вниз. Наш кэрри. Ну, это так, поправочка. Маленькая поправка на кэрри. Бегаем вниз. Теперь хотя бы от нашей ульты будет идти дамаг. Это уже будет огромный плюс. Если видите, ваши тиме 4-0, как вот здесь, вот, которые вообще не используют вашу ульту никак. Теперь хотя бы с Аганимом у вас будет идти дамаг. Я молчу про то, что они все руны мои забирают. Абсолютно все. То есть Лишарк передо мной забрал уже руны 3. Это тоже абсолютная норма. Но в любом случае, мы делаем огромный вклад в победу. Огромный вклад. У нас сейчас 7-1. Мы обоссали мидера, то есть он никак не развился. Он на одном месте остался, как ДЦП. Ну, причем как? На одном месте развитие у него остановилось. Так, там у нас то Вивер, да? Ну, давайте, чё ж, давай, Вивер. О, всё, минус один морф. Даже не удивляюсь почему-то. А вот теперь можно попробовать было бы пойти в замес. Давайте попробуем соло. Это, конечно, опасно, но я хочу попробовать соло. Давай, детка. Ну нет, ну вы видите, я даже не могу догнать это говно. Ладно, все, уходим. Их здесь очень много. Тем более фура сейчас может сделать ТП. Ну, в любом случае, это говно убежало на лох ХП. Наша какая задача самая главная, да, там, со вторым скиллом, с Маднесом. Это чтобы был тимфайт, а мы будем в нем бить. А не когда я бегу один на двоих, на один на пятерых и не могу их убить. Конечно, я не могу, потому что это опасно. Это опасно, тем более Вивер там стоял все время, вы видели, он даже не отходил. Он просто ждал ульту мою, вот и все. Здесь вы видите, безусловно, у нас соло игра, чисто соло, 1 на 5, не более. Каждый сам по себе. Вот эти вот вдвоем, я 100% уверен, что они в скайпе играют, но в конце это увидим, что у них скайп. Мы играем соло и так далее. Можно купить даже пыль. Хотя нахрена эта пыль нужна? Вы Вивер тем более уже убили. Очень много мы тратим времени просто ни на что. Пойдемте снесем низ потихонечку. Я, например, вот ни с одним бы из этих раков да не стал бы играть дальше. То есть ни с одним. Вообще ни в одну игру в доте. Даже с ботом я бы не стал, потому что я уверен, что они ботом бы слили. Удали какой дамаг, смотрите. О! Все, почти на половину хп, да даже больше. Ну, больше половины хп отнимает, отлично. Так, конечно, все к нам придут, да, дайте угадаю. Так, если мы сделаем... Нет, они к нам пойдут, я уверен, они, наверное, пешком прямо идут. Да, да, давай, скоро ульта появится. Они прям где-то здесь уже. Чмыри, давайте отойдем. Будет драка, мы будем драться в любом случае, до конца будем драться. Нам умереть не страшно. Где вы? Так, 8 секунд до ульты. Вы видели, да, что я много раз использовал ульту, на раз уже, наверное, 10. Ну, раз 6-7 точно использовал. Самое частое использование ульты. Так. А, там инвизер, да?
Изи, изи-бризи. Охренеть, сколько еще будет дамага? Ну еще давайте ульту, дауну. Я даже не буду тратить ульту. А зачем мне тратить ульту на это говно? Не. Давай, давай, давай. Вот Войд поставит купол, кстати. Если он поставит нормальный купол, да? То я так могу нарезать. Но он не поставит купол, он ДЦП. Кусок ДЦП. Просто АФК. Встань, рак. Немножко укажем, да, инвалиду на его ошибки. Пускай постоит АФК. Мы даже не заметим его АФКшность. Вообще не заметим. Поверьте мне. Бесполезный, абсолютно бесполезный кусок говна. И что, мне идти одному? Ну вот, давайте я сейчас иду один убивать всех. Давай, чмо. Эй, пес, ну иди ко мне, пес, а. Сдохни, шмара. Все, мы в расчете. А теперь я ухожу. Сейчас, скорее всего, фура может сделать ТП. Мне срать на морфа, абсолютно срать. Так, 1200. Мы сейчас будем собирать БКБ. Да, да, безусловно, БКБ. Потому что нам нужно идти в драки, чтобы нас никто не мог убить. Это очень важно. Тем более, когда мы сейчас собираем дамаг огромный. Здесь БКБ вообще будет актуально, как никогда. БКБшечка. Давайте, БКБ. Опа, 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 опа. Пока они там дерутся, мы фармим. Так, сейчас могут опять напасть. Самое главное, всегда нужно чувствовать ситуацию. Все, поехали в БКБшку. С БКБ мы вообще будем практически неубиваемым. И мы не будем бояться ни драк, ничего. Сейчас-то, конечно, опасно, что... Вы увидели, да? Зевс ультанул, Фура ультанул, все, у меня он... Не знаю, больше половины хп нету. А теперь мы повеселимся. Очень плохо, безусловно, что мы играем каждый по себе. Это ужасно. Это, вообще, это даже логики в этом нет никакой. Казалось бы, Дота, там, Тима. Тима, 5 игроков, и каждый сам по себе. Ну что поделать? Так получается. Кстати, вот мы все больше и больше стали играть со зрителями. Опять напоминаю, добавляйте меня в друзья в Skype. Ой, в Skype. Добавляйте друзья в Стиме. Мой Steam ArxPlay, так и пишется ArxPlay. Кстати, да, он ничему его не учит вообще жизнь. Steam ArxPlay. Я просто захожу в Доту, смотрю, кто онлайн и добавляю. У меня нет ульты. Давай, детка, пойдем опять подлагивать компьютер. О, братюня, давай, давай. Не, все, это жопа без вариантов, да. Ну что ж, в итоге у нас 3 на 1 размен. Это норма. Опять же, казалось бы, зачем я туда пошел? Мы же знаем, что 4 инвалида в тиме, зачем я туда пошел? Вот опять, это будет вам урок. Никогда так не делайте, никогда. Если вы видите, что 2 нуля пошли и сдохнули 100%, не надо было идти, не надо. Зачем? В итоге меня восьмером убивали. Все скиллы принял, смотрите. Ульта. О. Ладно. То, что мы выиграем, это в принципе 100%, я уверен. Но у них кэрри нету вообще, просто нету. Один випер, он нулевый. Он нулевый. Мы выиграем, да. Я поною пару на Тиму бесполезную, но мы выиграем. И большую часть вложения в эту победу сделает наш герой Сайлансер. У которого уже 8-2. Самая лучшая стата из всех игроков. Тем более, когда мы соберем БКБ, нам будут вообще срать на все эти скиллы их. Вивера мы соло просто будем забирать. Кому там дали? Фура. Кстати, Фуру мы вообще редко убивали, да? Ни разу не убивали, ну да, это было очевидно. У Фуры, скорее всего, уже там будет какой-нибудь изолятор. Изоляторчик. Кстати, Фура, о, это тоже кэрри, да, мы забыли про это. Эй, пес! Ну давай, псина, поехали, ну. И, кстати, ни один ничего не может сделать. Ну... Эй, чмо, ты где, пес? Да подохни уже, а, шмара. Сколько я должен бежать за вами? На, говно. Да все, ты сдохнула. Все, минус одна. Параша, регенимся. Вот и все. Хороший размен, 2 на 1.
Вот такая у нас игра. Пойдемте задефаем топик. Там у нас вкусняшка. О, какая вкусненькая. О, какая вкусняшечка. Давай, давай, детка, бежим. У него уже, скорее всего, даленька. Это, в принципе, норма. Эй, говно! Пошел отсюда, псина. О, он даже вышку не забрал, инвалид обоссанный. Инвалид. У нас, в принципе, для него есть третий скилл, поэтому на его линку срать я хотел. Блин, нам еще долго до... До БКБшки еще очень долго. О, нам еще и низ сносят, молодцы. Посмотрите, как они активились это, активировались, а? Все лайны проносят, молодцы. Вот, смотрите. Пока мы дойдем, здесь уже половина хп не будет. Давай, детка, давай, давай, давай. Сносите, сносите. Пускай сносят. Кстати, когда соберет урса БКБ, им вообще будет жопа. Они ничего не сделают, абсолютно ничего не сделают. А, хочешь меня перевосхитить? Ну давай, говно, давай. Как тебя, а? Моднесик мой, инвалид обоссанный. Повосхитил, да? О! А, это иллюзия, понятно. Я думал, у нас смелое говно появилось. Давай, ультуй. Ну, смотрите, у Морфа что-то появляется, хотя он вообще нулевый в этой игре, просто инвалид обоссанный. Но что-то появляется потихонечку арты. В любом случае, вы должны помнить о том, что в лейте многие герои начинают тащить, в первую очередь лейты, да? То есть, хоть что-нибудь, но тима ваша может нафармить. Вот у нас есть это говно, он в жизни нормально ульту не сделает. О, ну вы видели это. Давай, давай. Но, давай. Давай, поехали. Но говно. А, как сложно до тебя дойти-то, чмо. Сдохни, сдохни. Да ты сдохнешь. Состилили у меня всех. Ну нормально, зато минус 3 на халяву. На халяву. И это он еще без БКБ был, да? Да, вот еще был без БКБ. Лешарк, не знаю, что нельзя проходить, но это нормально. Почему я удивляюсь? Кто меня бьет постоянно? Ну да, первый скилл я кинул. Можно было его не кидать. Смысла нет вообще никакого. Он не работает скилл. Ну я по привычке кинул, по привычке. Все, нарезаем, 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 нарезаем. Его я бить не хочу, спасибо. Пускай урса бьет. Не забывайте, что когда вы убиваете красного некрономика, да, он вас дамажит. У меня очень мало хп сейчас было. Так, ну что ж, БКБ, конечно, это забейте. Мне будут срать вообще на любые замедления, вообще на все будут срать, на любые скиллы. О, это будет смерть. Сейчас видите, это тяжело, что мы не можем никак догнать никого, в принципе, не можем. Нас постоянно стопят и так далее. Но эту игру, еще раз говорю, мы выиграем, 100%, я уверен. Ну даже не 100%, да, это слишком громко сказано. Но 80%, что потенциал на нашей стороне. У нас очень сильный кэрри, а практически в любой игре решает кэрри. Или решает кэрри, или решает фаст-пуш. Но фаст-пуш на 40-й минуте это не фаст-пуш. Поэтому кэрри решает. Я уже могу соло практически это задефать любую сторону. Пока, псина. Ну не будем с ним драться. Смысла нету сейчас никакого, потому что этого дебила. Еще раз напоминаю, астрал. Он кидает астрал и спокойно уходит. Поэтому без БКБ драться не будем. Вообще, говорю, неприятный пик в данной игре, вообще неприятный. Этот Зев скидывает мой первый скилл. Это тоже может астралом бесконечно скидывать. Потом Вивер тоже бесконечно скидывает первый скилл. Инвизом. Ну пока мана есть, но у него сейчас полно маны просто. Что у нас там происходит? Идут синоморфа. Че, будем драться? Пошлите, я в принципе готов. Пойдем, пойдем, пойдем. О. Давай, детка. Так, ты сдохла. А ты сдохла? Нет, говно, ты сдохла. Опа, 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 нормально. Состилили опять, мудаки, ну ладно. Пускай убивает красного. Бейте, бейте дауна. О, видишь, вкусненько как. Что у нас осталось совсем немножко и будет БКБ.
Будет БКБ. Вот так у нас там фура резвится, ладно. Вы видите, какой мы огромный дамаг просто вносим. Огромнейший. Так, отлично, все, есть у нас БКБшка. Давай сейчас быстренько накопим. О, инвизик. Инвизик. Инвизик, это, в принципе, неплохо. Потом возьмем наш БКБ. Всегда успеем. Давай, давай, давай. Кто-нибудь здесь будет у нас? Так, Фурион сдох. Мы сейчас никого здесь не убьем. Вообще никак. Хотя, если этот убырь будет... Вот он идет. Но я его соло, конечно, не убью никак. Эй, пес! Ну да, все, все, пока. Вот и все. Ну, видите, а, не знаю, кому приписать можно минус того, что он убегает? Мне? То, что я не могу его убить, да, я думаю, нет, да, срать на него. Это ему минус, то, что он абсолютно бесполезный герой, понимаете? Еще раз говорю. Он бесполезный герой. Максимум от него может быть это польза, то, что он прям нереально при, это, при счастливом обстоятельстве, да, он стянет и сделает ульту. Это если ему очень сильно повезет. А так, смотрите, он даже не пытается меня убивать. Он не убьет, потому что никогда меня. Только в крупном замесе. Ульты нету. Давайте, я готов. У меня есть БКБшка, я готов подраться. Пошли. Ну чё? Эй, пес, ну пошли подеремся. Ну как тебе? На, говно, на. Давай, говно, давай. Все, продолжаем, продолжаем веселиться, веселиться, давай. Никто ничего не может догнать, смотрите. Ничего никто ничего не может. Ну купол сделаешь, да, он купол. Вот. На, говно, само собой мы поможем убить. Минус 3. Вот так вот. Ну вот, опять же, видите, плюс Маднеса в том, я показываю, это как ганга, да, то есть вы видели, я врубаю ульту, да, Маднес, и бегу, просто они усираются, они просто усираются. Особенно, когда я врубаю БКБ, они уже ничего не сделают, никак. У нас 10 помощи, опять же, лучшая стата в любом случае, давайте врубаем Маднес. Пау-пау, ну все, я вам еще говорил, да, что здесь преимущество полностью на нашей стороне, но Тима, конечно, очень слабо, очень, то есть... Очень много ошибок. У нас сейчас 963 голды, уже есть БКБ. В принципе, это хорошо. Так, у тебя че? У тебя ничего нету. Ты бесполезный герой. А, я говорил, помните про дезолятор? Вот он, пример. У него дезолятор. Но он ушел, да? Дайте угадаю. Он ушел. Ха-ха, ну ты где, шмара? Ладно. Сейчас посмотрим, что он собирать нужно будет дальше. Так, давайте донайт. Смотрим. Так, нам самое главное это интеллект. Нам нужен интеллект. Можно собрать еще, например, орчит. О, мы соберем лучше этот рефреш. Че думать-то, конечно. Нам отлично пойдет рефреш. Также он тоже даст нам интеллект. А где он, рефреш? Ну, немножко интеллекта. Нам, в принципе, уже хватает. 128 интеллекта, это уже хорошо. Вы видите, какие куски отрываю от Зевса. А Зевс самый страшный у них. Молодец, красава. Так. Давайте начнем уже потихонечку собираться. Банку уже можно продавать. Как-то так. Все, я опять готов драться. Опять готов драться. 7 секунд у нас сало. О, вот это вкуснятина. Ну, видите, сложно убить за 7 секунд. Сложнее даже подойти за это время. То есть, ладно бы, если я подошел вплотную ультану. А мне приходится сдалека ультовать, чтобы это дерьмо... Немного. А, все, все, пока говно. Молодец. Пускай немного маны просрут. Пускай. Ну, вот наши вот 2-0, да, наши 2 кэри на ровном месте просто сдохнули. Это тоже нормально, пускай. Опять же, я уже говорил, да, здесь вся надежда. В первую очередь, это на Урсу. Этот дерьмо даже не пытается бежать ко мне, правильно? Зачем? Вся надежда на Урсу. Потому что Урса здесь более-менее пряморукий. Я уже говорил об этом в начале. И поехали. Опа! 115, вы видите. 115 чистого урона. В итоге уже офигеть. Смотрите, сколько у меня урона. Посмотрите. У меня 200...
190 плюс 115 уже, короче, по 300 урона. 300 урона с руки за сайлансера. 300. Как у тракториста, короче. Отдаем, конечно же, крипов нашему Хэри. Давай, Урса, нагибай. Какая там стата? Нормально. Ну, 8-8 ненормально, ну, пойдет. Много нафидил. Сайлансер! Все, ждем нашу ульту с рефрешером. Это вообще забейте. У нас будет сало 14 секунд. Так, что у нас здесь? Я пошел бы сейчас кого-нибудь ганганул бы, но у нас пока нет ульты. На... Так, сейчас руны не будет. Ну что ж, давайте просто по фарме пойдем. Но фармить мы не можем, потому что леса пустые. Все просто. Ага, резвятся парни, резвятся. Прям такие резвивые. Что у нас этого нуля? МКБ. Ну, стандартная сборка, в принципе. О! Беспалевный вард, вообще беспалевный. Так, я рискую здесь стоя. Так, 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 отходим. Эй, говно. Резбьем ему. Опа, пока, параша. Пока. Мой крибай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Само собой, не забывайте, что второй скилл, он, по-моему, не работает. Но он не работает на здание, он не работает на древних. А я не помню, он, по-моему, на БКБ тоже не работает. Хотя это странно, если это чистый урон, почему он на БКБ не работает? Но, по-моему, на БКБ он не работает. И это баг. Все, пофармил. Давайте, давайте, мрази, давайте драться, чё ж. Гоу, гоу, драка, гоу. Инвалид смотрит, он ни разу не поставил нормального купола, заметьте, ни разу. На троих, на четверых ни одного купола не поставил. Давай, давай. О, давай, детка. Поехали, пока види дошел. О, на. Потом дальше будет. Давай, поехали. Опа, 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 опа. Опа, ну пес, пес, давай, на, сдохни. Че, сколько убил? Эй, шмара, шмара. Меня же компьютер лагает от этих замесов. А сколько я убил? Восьмерых? А, одного только, ну ладно. Ха-ха. Как вам, нормально понравилось, да, замес? Вы видели, мы вообще никого не боялись. Вообще никого. Просто идем спокойненько мид и все. Просто идем, покупаем. Я это буду собираться таким образом, да. То есть сначала собираем палку, потом рецепт. Просто мне так удобнее. А потом я продам уже ТП, куплю в магазине два этих говна, и у меня будут рефреш собраны. Тут, ну видите, как мы нарезали. Ой, огромный урон. Ой, огромный. Ой, ой, матерь божья. Ну что, давайте врубаем маднет. О, выкуп, выкуп, пошел, выкуп. Давай, фура, давай, влетай. Так, ну сейчас, конечно, уже опасно, они все выкупились, поэтому мы уходим назад. Прикиньте, они просто так выкупились. Просто так вообще. Ай, лохи. Это ла-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 ла. Как вам боевой клич? Вот пример того, что они выкупились и даже... Не окупилось это никак, никого не убили. О, смотрите, он хочет подохнуть. Ну давай, чему. Да что ж так лагает, блин. Это просто, скорее всего, из-за браузера. То, что там открыто много, там еще видео. Я говорил, помните, про Чена. Я решил посмотреть там какую-то игру. Там, по-моему, будет Альянс играть. А, Альянс, да. Ох ты! Нифига себе, два, ох, два сало, неплохо, неплохо. Два хекса кинули нам, неплохо. Давайте, ну все. Давайте, мудаки, прощайтесь. Молодец, что выкупился, красавчик. Ну я вам говорил, да, все. Здесь победа без вариантов. И у нас до сих пор лучшая стата, заметьте. Хотя, у нас есть такие крутые кэри, вот там, да, Войды, да, Урсы. Видите, опять же, вот еще я уже говорю это часто в летсплеях. Если вы видите, что у вас хороший это, пик, например, что у вас великолепные лейты, вот
Но у нас не великолепная элита, нормальная элита. Вот у нас есть Void, да, у нас Морф, у нас Урса. Очень сильная элита. То просто старайтесь тянуть игру как можно дольше. То есть до 40-й минуты, до 50-й. У них будет огромный потенциал. Вы видите, они спокойно будут убивать. У этих инвалидов 2 лейта. Уже 2 лейта, да. То есть у них Вивер и Фурион. У них само собой пошел в лейта. Это без вариантов. То есть я сразу говорю, что он будет в лейта собираться. Дезолятор, он все это сделал. Все, видите? Без шансов, просто без шансов игра закончена. У меня скоро вот уже рефреш будет. Они сейчас могли просто пойти прямо здесь и сразу же снести трон. Изи-бризи. Вот такой вот у нас получился летсплей. Он почему-то выкупается, когда уже сломали сторону. Он решил выкупиться. Ну ладно. Давай, говно. А теперь ты будешь без скиллов. 7 секунд. Ты можешь еще выкупиться. Ой. Нет, это был слишком страшный смех. Ладно. Немного переиграл. Ну ладно. Спокойненько идем, не напрягаясь. Мы сделали свое самое главное дело. Затащили игру. Самое главное, что мы должны были сделать, и мы сделали, это начало. Мы должны были организовать начало. Для чего мы вошли в мид за сало? Я уже говорил. Мы шли в мид в первую очередь, чтобы обоссать любого мидера нашего врага. В этом и был весь смысл. Мы обоссали Вивера. Дайте глянем на его стату. 8-11. Но у него потенциала 0. Он никого не убивает соло, заметьте. Вивер ни одного соло не может убить. У него, по-моему, даже изолятора нет, ничего нету. Как далеко, а? Как далеко. На, параша, сдохни. И мне интеллекта. О. Эй, чмо. А, ладно, обоссался. Ну, я думал, что он кинет на меня хек сразу, ну ладно. Ага, мне больно, убивают. Ну, тут же больше половины хп снимаем. Опа. Кстати, это опасно, что мы здесь вдвоем стоим, конечно. Сейчас они все придут. Ой, как опасно. Еще крипы прилипли. Я чувствую, что что-то Фурион может сделать. Прыжок, так. Давайте, соберемся. Чем мы стоим? Давай, говно. В принципе, он может спокойно... О, у нас уже все, у нас уже рефреш готов. Пойдем, можно спокойно влетать. А, у меня нет ульты, ёлки-палки. Давай, параша, пошла. Я забыл, что у меня ульты нету. Поэтому гасимся! Пока, говно, теперь у меня есть ульта. Теперь у нас есть ульта. Давай. И как раз будем наносить дамаг. Ну все, мы свое дело сделали. О, у нас еще одна ульта. А, нет. Нам далеко до дома идти. Трипл килл. Изи бризи. Вот такой у нас получился летсплейчик. Еще раз говорю, что Тима попалась довольно слабенько. Очень слабенько. То есть мы потратили 54 минуты на такую легкую игру, да? На легкую, которую мы, в принципе, выиграли по пику 100%. Но, в любом случае, еще раз говорю, что Сайлансер великолепный герой, шикарный. Шикарный герой. Ой, да ты дно. Давайте мне. Мне остался один левел. Один левел, и у нас будет 13 левел в итоге. Я смогу играть на рейтинге. Так, ну помните, я говорил, что они в скайпе. Лешарк и Урса в скайпе. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. Еще раз говорю, пикайте Сайлансера как можно чаще. В первую очередь против любых сильных вражеских героев, типа Пивная Панда там, и так далее. Ну, любых. Практически все герои используют скиллы. Ладно, все, подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всем пока. Я уже устал говорить.